Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, плоды зимостойкого кактуса или опунтия. Там. Я насчитал здесь где-то 30 плодов на зимостойком кактусе. В середине плода здесь есть семена. Надо будет... Ух ты, уже! Ребята, что же значит? Только подвел руку к зимостойкому кактусу, как тут же повпинались мне иголки. Вот так-то, ребятка. Даже нельзя рукой проводить возле кактуса. Сразу иголки загоняет в руку. Плоды зимостойкого кактуса. Говорят, плоды съедобные в середине. Кожуру снимать и можно кушать. Но я вам не рекомендую кушать его. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята. Когда-нибудь разрежу я плод и покажу, что там в середине, в плоду.